Пришедшие на показ нашумевшие новинки этого года фильма «Стрельцов» были приятно удивлены. В фойе кинотеатра «Искра» прямо перед сеансом юных зрителей развлекал любимец видновской детворы клоун Алекс. В поддержку семейного похода в кино родилась идея совместно с клоуном Алексом организовать перед сеансами игры для детей, чтобы мотивировать их ходить в кино, что о том, что это весело, это интересно. Сначала ребята немного разогрелись на турниры по настольному футболу и хоккею, а затем пришло время подвижных игр и эстафет. Ребята гоняли мяч, забивали голы, перетягивали канаты, даже прыгали через него, как через скакалку. Было весело, шумно и очень спортивно. Мы играли в настольные игры, бегали с мячом, прыгали через канат. Было сильно классно. Что больше всего понравилось? Футбол, за то, что я в окно запыльнул. А еще? А еще перетягивание каната. Бегать и пинать мяч в ворота. Это мое самое любимое. Мяч играть. Это было очень весело и смешно. Кстати, даже взрослые не смогли остаться в стране. Так здорово прийти на киносеанс, и такая замечательная программа. Развлекаются и дети, и родители. Очень здорово. Анимационная программа в кино с клоуном Алексом порадует посетителей кинотеатра «Искра» и в грядущие выходные. Дорогие зрители, приходите к нам. Будет здорово, будет весело, будут призы. Весело провести время можно будет в субботу, 10 октября, и в воскресенье, 11 октября, перед утренними показами мультфильма «Семейка Бигфутов» и фильма «Стрельцов». Начало анимационной программы за полчаса до показов в 9:30 и 11:30. Вход по билетам на киносеанс. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.